Все кончено, 47-й. Я закрываю лавочку на своей стороне. Это ваше последнее задание. Цели две. Ванна Кэтлин, бывшая цирковая актриса из Румынии, ныне являющаяся крупным игроком на сером рынке планеты, и агент ЦРУ, работающий на обе стороны. Кэтлин устраивает костюмированную вечеринку в клубе «Акулы». Агент ЦРУ прибудет туда для заключения сделки. Даже если это задание не засада, вас там наверняка будут ждать. Вы наш единственный уцелевший агент, 47-й. Найдите того, кто все это время преследовал нас. Уберите обе цели, а также всех, кто покусится на вас, и скройтесь в машине, которая будет ждать вас в гараже. Вы очень эффективный агент. Мне было приятно работать с вами. Надеюсь, вам повезет в будущем. Значит так. Продажный агент ЦРУ намерен передать высокотехнологичное оружие устроителю вечера. Уничтожьте обоих. Еще что-нибудь? Там наверняка будет полно враждебных агентов. Вам известно, кто они? Их услуги оплачивает франчайз. Франчайз. Это группа Парчетцы. Какое у них здесь дело? Думаю, что вы. Мы с вами все, что осталось от агентства 47-й. И мне долго не протянуть. Жаль слышать. Моя оплата уже переведена? Даже больше обычной. Я разделила с вами остатки ресурсов агентства. Удачи, 47-й. Мы с вами здорово поработали. И вам удачи. Сегодня днем я забыл у вас чемодан. Мне сказали, что его отнесли в комнату для персонала. Могу ли я его получить? Мне никто не говорил про чемодан. Вы хотите сказать, что его украли? Погодите минутку, схожу, проверю. Как и ожидалось, вчерашние предвыборные дебаты кандидатов в президенты США были посвящены вопросу клонирования человека и мнения претендентов. Я должен обыскать вас, сэр. Спасибо. Проходите.
Отдыхаете, сэр? Пока что да. Красивые девочки, правда? Видали уже певицу? Черт, такая деваха. Правда, хреново поет. Я что-то не заметил. О, мы заказали классную певицу. Но она вчера попала в аварию, и нам пришлось срочно искать замену. Бывает. Эта красотка ни черта не умеет петь и бегает в гримерку каждые 5 минут. Но кого это волнует? На такую милашку можно и поглазеть. Запомню на будущее. Отдыхаете, сэр? Вроде того. А вы как? Сказать по правде, хочу попытать счастье с той симпатичной певичкой. Как только начнется перекур, стрелой примчусь в ту комнату, где она отдыхает между номерами.
Отдыхаете, сэр? Вроде того. А вы как? Сказать по правде, хочу попытать счастье с той симпатичной певичкой. Как только начнется перекур, стрелой примчусь в ту комнату, где она отдыхает между номерами. Фриков.
Нестор 47-й. Наконец-то судьба нас столкнула. Я ценю ваше рвение. Не скромничайте, 47-й. Я все о вас знаю. Вынесу разную ошибку ученого, мнившего себя великим генетиком. Тоже мне суперкиллер. Вы даже не человек. И я намерен это доказать. И как вы намерены это сделать? Мы устроим дуэль. Приходите в комнату с вывеской «Камера пыток». Вот мы и встретились. Лучший убийца мира и его главный соперник. Только лучший уйдет отсюда живым. Комната звукоизолирована, так что нам не помешает. Ваше оружие лежит около дивана. Вооружитесь как следует, мой мутировавший визави, и мы начнем битву. Как пожелаете. Этим ножом.
Эй, 47-й! Ай, это ж я! Я! Хорош, это я, парень! Все путем! Что ты здесь делаешь? Ты! Успокойся, прошу! Ты моя единственная надежда. Больше никого нет. Единственная надежда на что? Они хотят убить президента. Чтобы его не переизбрали. Он узаконит клонирование. Сорвет их планы. Кто они? Ты знаешь их. Они уже делают клонов. Хотят оставить технологию при себе. Пусть оставляют. Я не играю в политику. Лучше скажи мне, почему я не должен пустить тебе пулю в башку? У меня есть миллионы. Много алмазов. Красные кейсы. Стоят миллионы. Все твои. Что надо сделать? Они хотят убрать президента через 3 дня. В Белом доме. Проберись туда. Защити его. Уничтожь киллеров. Покажи деньги. Слава богу. Вот кое-что. Остальное получишь потом. Что скажешь? Я выйду на связь и скажу, куда перевести остальные деньги авансом. И как передать мне детали задания. Но где тогда гарантии? Если ты сдержишь слово, я выполню работу. Если нет, то деньги тебе не понадобятся.